Здравствуйте. Привет. Привет, привет. Мне очень приятно. Это вот, понимаешь, по ее наводочке, да, пришли? Привет. Слушайте, ну, мечты сбываются. Мечты сбываются. Я мечтала о прилавке, я вам клянусь. Мне так мечтали, конечно. Ну вот. Я продавщица. У меня купили батюшкин клуб. Одно мыло женского тела. И все пока. И очки, платья. Ну да, и по гаражке прошли чуть-чуть. Какие хорошие. Вообще, Лера уже купила тоже. Пойдем покажу. Пойдем. Ты идешь? Не упадешь? Ты под ноги. Главное не запнуться, а потом упаду. Слушай, а что 100 рублей? Букет? Что такое? Это 300, вон рядом 100. Пойдем. Опасно тут ходить, просто гулять здесь опасно. Хочешь, давай я буду снимать, ты идешь. Вот смотрите, здесь, значит, бракосочетание, дорогие друзья. Тут 18+. Ну, Настя, понятно. И татушку на память. Видела татуировочки? Вот тут есть примерочная, это зона сортировки мусора, а там зона свопа. Смотри, сколько всего. Пойдем смотреть. Давай посмотрим, что есть на зоне свопа. Кипи. Мишки. Чайник. Ну, ретро, что? О! Здесь был человек. Так. Я обожаю. Это вот эти вот, как его? Колимбы. Да, и глюкофон. Но я не умею играть на них. Слушать и приятно. И другое, чтобы не уметь. Чтобы ну да, согласна. Ну, вот именно слово «игра». Ну да. Что ты начинаешь делать, и тебе сразу классно, и не хочется останавливаться. Да, это правда. Мастер-класс по рисованию вот идет, ребят. Сегодня я ваш блогер, дорогие друзья. Это мне надо, это мне надо, это мне надо. Опа. Так, девочки, останавливаемся. Опа. Опа. Здравствуйте, это было. Я прикольно, я обалдела. Подошла наша зрительница. И по совместительству организатор данного мероприятия, представляете, подарила подарок. Я растрогалась. Да, Настя чуть не заплакала, да, я тебя поснимаю. Да-да-да-да. Оу, oh, yeah. Это, ну, правда, очень шикарно. Спасибо. Это реально, и там палочки. И палочки, сюда, да? Что нравятся палочки. Арома. Пришла на гаражку. Молодец. Походи, может, тебя еще кто-то узнает. Don't stress. Please, relax. Bye. Это актуалочка. Пошли смотреть тюль. Нам в комментариях предложили повесить зеленую тюль, чтобы она не делила стены на сектора. Я хочу найти зеленую тюль под лен. Нам типа вот такой, только очень-очень прозрачную надо. Потому что надо матовую, да. И прозрачную. Типа такого. Как понять, как она будет выглядеть? В один слой. Ну, вроде подходит. Красиво? Очень. Что обновлять маникюр? Если честно, я вообще понятия не имею, что будет. Меня прям разрывает от желания подстричь их нафиг в корень. Вот такие дела. Сама от себя не ожидала. Подстригла почти под корень. То есть для меня это очень коротко, потому что у меня высокий птеригий. Вот эта кожица, которая лезет на ноготь. И по факту вот самая короткая длина вот в этой точке. Как раз получается буквально миллиметр. Впервые сделала на очень короткие ногти прям такой явный квадрат.
ни разу не пробовала, и мне очень нравится результат. Я уже прям подустала от длинных ногтей, ходила с ними без передышки аж почти год. И от дизайна тоже решила отказаться, сделала максимально нейтральный бежевый оттенок, называется «Дерзкий персик». Прям как я. Я, кстати, решила добавить еще один ряд картинок. Мне прям не хватало визуально расширить вот эти постеры. Хочу, кстати, показать вам свою обновку. Приобрела себе пуховик на холодную зиму. Долго искала длинный пуховик, чтобы совершенно в нем не мерзнуть, чтобы можно было надевать различные платьицы, юбочки под низ. Я до этого заказала его в хаки оттенке, но потом решила поменять на графитовый цвет. Мне показался он более универсальным и подходящим для каких-то более, может быть, элегантных луков. Пуховик новосибирского бренда, я уже рассказывала про него в Instagram, выдерживает температуру до минус 45 градусов. Вы представляете? Какая минимальная температура в вашем регионе? Давайте начнем с этого, потому что в Сибири минус 45 – это нормальное явление зимой. Здесь непродуваемая и непромокаемая мембрана, высокотехнологичный утеплитель, то есть внутри не пух, он намного теплее обычного стандартного пуховика. Вот такой капюшон, идеально защищающий от ветра и холода. Здесь, кстати, застежка магнитная. Ткань, как я уже сказала, непромокаемая. Я когда сунула рукав ради эксперимента под воду, я вообще прифигела в хорошем смысле этого слова. Она еще и очень приятная, такая бархатистая на ощупь. Вот таким образом он смотрится с поясом. Можно добавить ремень, чтобы было более нарядно и стильно. Можно добавить поясную сумку как вариант. Так, ну попробуем. Вот так, не знаю, что из этого получится. Всем приветики. Я вообще ничего не вижу. Надеюсь, что все в фокусе. И вам будет видно все нормально. Все-таки проверю. Так, ну вроде все нормально. Это просто моя боль демисезонного периода. Отсутствие полноценного освещения даже днем. Поэтому я пытаюсь приноровиться и создать более-менее оптимальные условия для съемки. Я решила уже как по традиции накраситься вместе с вами и параллельно поболтать. Я так поняла, вам нравится такой формат видео. Вот сейчас я буду делать о себе свой повседневный макияж. Начну я с увлажняющего спрея сыворотки от бренда Dalba. Это мой новый must-have. Она очень хорошо увлажняет кожу, не оставляет липкого слоя и жирного блеска. Классно тем, что ее можно нанести и сразу же, не дожидаясь впитывания, наносить макияж. Ну и не только перед макияжем, можно наносить и перед сном, и просто в течение дня поверх мейка в качестве дополнительного увлажнения. Можно даже с собой сумочку брать, чтобы увлажнять лицо, когда вам кажется это необходимым, при этом не повреждая макияж. Очень классно, здесь только натуральные масла в составе, здесь в составе также итальянский белый трюфель, такой прям люкс, масло авокадо, масло семян чиа, витамин Е. Не закупоривает поры, подойдет для любого типа кожи, даже для чувствительной. Вот, я даже Женю ей брызгаю, потому что мужчин вообще фиг заставишь. Нанести крем, ходят вечно как сухари, все шелушатся. Далее я буду наносить свой любимый CC-крем. В этот раз, наверное, уже возьму светленький. Пора переходить, скорее всего, на более светлый тон, потому что медиум для меня уже темноват. Хотя вот этот, скорее всего, слишком светлый пока что. Но все равно лучше пускай он будет светлее. Мы потом добавим румяна, может быть, немного бронзера. Наношу пальцами, избегая спинки носа и нижнего века. Мы потом уже чистым сухим пальцем остатки дорастушуем на эти зоны, чтобы тон не выглядел как маска. Ну и здесь я практически тоже никогда не наношу его до конца, просто растушевываю вот так остатки. Я, как правило, выбираю либо консилер на каждый день, вот на эту зону, и чуть-чуть на спинку носа, либо CC-крем, вот так, как я сейчас его нанесла. Вот, сегодня не буду делать свой высветляющий нос контуринг. Капельку еще совсем небольшую добавлю вот сюда. Мне так нравится этот мой новый халатик вафельный. Он такой мягкий и девчачий. Прям такая настоящая бьюти-рутина.
Далее брови оформляю своим любимым карандашом Skinny Definer, ой, от L'Oréal в оттенке Ebony. Гель для бровей Artisage, он у меня, кстати, заканчивается, вот со стены поскребаю, но я уже заказала новый. Сделаю совсем легкую коррекцию вот этим сухим скульптором от Ламель. Можно сказать, пустой кистью работаю. И мои любимые румяна тоже от Ламель в оттенке 405 Pink. Ламель, конечно, такие молодцы. Я тут узнала, что они уходят с российского рынка по причине того, что их пиар-менеджер жестко облажался с постом в Инстаграм. Короче, это дико обидно. Я пошла по магазинам искать остатки вот этих румян, нашла пока только одни. Купила их. Любился мне этот оттенок, пользуюсь. Кстати, да, вот этим румянам им почти год. Так что я думаю, вот тех мне еще на год минимум хватит. Вот, сразу посвежело. Так, глаза я не трогаю, потому что у меня свеженарощенные ресницы. Единственное, что я выделю, наверное, немного внутренний уголок вот этим карандашом. Карандаш-хайлайтер от Ева Мозаик. Очень классный, но толстый. Был бы он у них такой в тоненьком формате, я бы радовалась намного больше. Ну и губы. В последнее время я начала красить губы вот этим карандашом от Just в оттенке 303. Давно, очень давно на самом деле купила его по рекомендации одного визажиста. И почему-то изначально он мне не понравился. Я его забросила. И тут недавно я нашла его у себя в закромах, когда разбирала косметику. Решила так нанести, посмотреть, стоит ли вообще его оставлять или кому-нибудь отдать. И он мне понравился. То есть не с первого раза, но понравился, и я начала его юзать. Так что присмотритесь. Теперь привычный вид. Кстати, еще моя больная тема. У нас в этом доме постоянно отключают воду. И воду, и свет. Сегодня снова с утра отключили воду. Всю. У меня была жестко грязная голова. Я заказала в самокате 5-литровую бутылку воды. Начала ей мыть голову. И где-то на середине, когда я уже смывала пену с волос, полилась из крана вода. Ржавая, но полилась. Вот буквально 10 минут я бы еще подождала. Поверх карандаша я наношу вот такой блеск. Обожаю этот блеск от Clarins в оттенке 01. Мне кажется, многие знают его. Он очень классный, он офигенно увлажняет губы. Я иногда даже наношу его на ночь, потому что мои обычные бальзамы для губ не увлажняют настолько классно губы, как вот этот блеск. Очень красивый. Я на какое-то время почему-то отошла от блесков, делала максимально матовые губы, а сейчас вдруг снова захотелось блистать. В общем, это мой супер легкий повседневный макияж на данный момент. Готова к новому дню, еще посушить волосы, нанести духи и муа, чувствую себя сразу на все 100.
тут в процессе нанесения своего грима чертика вчера перед сном успела сделать рога. Сверху у меня будет парик корешка, вот эти все переходы закроются. Купила себе красные колготки, чтобы не разрисовывать ноги. И сейчас еще сделаю из черных колготок длинные перчатки, чтобы руки тоже можно было полностью не закрашивать. В общем, сама себе создаю проблемы, я уже представляю, как ночью, когда мы вернемся домой, если я просто возненавижу за этот грим, потому что мне будет хотеться спать, но это все надо будет смыть, а смыть это будет чертовски трудно. Вот мое рабочее место, тут же зона готовки, сейчас закончу свой грим, потом нужно будет сделать очень быстро Женин грим и... Поедем скорее на мероприятие. Мы собираемся сегодня с друзьями на хэллоуиновскую тусовку. Ксюша сказала принести зловещую еду, и я изобразила вот этот пирог. Кстати, мой первый опыт работы с песочным тестом, по-моему, получилось очень даже неплохо. Даже эффект того, что вот этот чувачок высовывает язык, мне нравится. Ой, блин, нифига себе, какие классные. Она даже музыку включила. Ты знал, что я с камерой здесь? Нет. Ну что мне? Я так всегда хожу по дому. Проходите, пожалуйста. Твое почтение. Это главный человек. Я сейчас убегаю на съемку. Мне предложили творческую фотосессию. И на самом деле я крайне редко соглашаюсь на что-то подобное, потому что, ну, во-первых, мне почти никогда не нравится, как меня красят визажисты. Не потому что я там какой-то жесткий ценитель правильной техники макияжа или еще что-то такое, а просто потому что мне почти никогда не угождают с оформлением пропорций моего лица. Мне почти никогда не нравится, как мне подчеркивают форму моих бровей, губ, глаз. Я в этом плане жесткая привереда. Мне всегда кажется, что так как я, мои черты лица не оформит никто. Именно в соответствии с моими пониманиями красоты, да, так скажем. Но просто здесь девушка, которая мне предложила съемку, она визажист, я у нее не так давно брала урок по индивидуальному макияжу, и мы с ней прям хорошо сработались, мне очень понравился результат, который мы с ней получили в итоге, она прислушалась ко мне, учла все мои пожелания, ну и в целом она очень приятная, классная девушка и отличный профессионал своего дела, поэтому я с удовольствием согласилась. Ее, кстати, тоже зовут Настя, скоро ее увидите, я беру вас, конечно же, с собой, постараюсь заснять... насколько это возможно, весь наш творческий процесс, бэкстейдж. У нас будет 2 образа нужно отснять. Я, конечно же, не успела ничего поесть, как обычно. Успела только сходить в душ и помыть голову. Вот. И на такой случай у меня всегда с собой в сумке лежат вот эти протеиновые батончики. Точнее, они не просто протеиновые, они протеиново-коллагеновые. Здесь суточная норма коллагена для взрослого человека содержится. Это очень удобно, чтобы не пить никакие БАДы, просто съедать вкусный батончик, они без сахара, низкокалорийные, с 33% содержанием белка, черника, авокадо, ромашка, кокос, манго и ананас. Я даже не знаю, какой мне нравится больше. Манго вот очень вкусный, он еще с добавлением гиалуроновой кислоты, ананасовый с L-карнитином, можно съедать перед тренировкой для более активного жиросжигания. С ромашкой тоже классный. Блин, они все на самом деле классные. А здесь еще везде дополнительно содержится витамин С. Вот, беру с собой парочку. Это прям мое спасение. Это Настя. Я про тебя рассказывала. Блин, губы вообще просто.
Через 2 минуты съемка. Нам ехать еще 10. Я такси вызвала, мы с тобой договорились на 30 минут. И в такси сажусь, время 21 или 22. Он такой, торопимся? Я говорю, да. Он такой, зачем? На дорогах так скользко. Но он мне привез 31 минуту. Воды эффект мокрый такой. Сейчас еще маленько добавим. А можно у лица прям сосулечки сделать? Да. Я поэтому вперед и сделала. Угу. До которого можно улететь. Это вот эта серенькая штучка? Угу. Неспонсированная реклама. Ведь потом будет возможность ее купить сейчас. Типа смотрят, о, мне это надо. Talk you.